И это реально какая-то обжираловка. Че ты гукаешь-то? Говори нормально. А внутри что? Я первый, че повторяешь, жопа. Всем привет! С вами Маша. И Денис. И сегодня у нас будет обжор челлендж. По-другому я это назвать никак не могу. Короче, рассказываю. Мы сегодня попытаемся отгадать закрытыми глазами пончики, которые нам сегодня будут подавать. И это реально какая-то обжираловка, потому что знали бы вы, сколько пончиков нам сегодня подготовили. Очень много. Что, получай свои пончики? Можете написать в комментариях прямо сейчас, как вы думаете, сколько раундов нас ждет, и таким образом, сколько видов пончиков нас сегодня ожидает. Мы должны будем отгадать вкус пончика. То есть у каждого пончика есть начинка. И мы должны будем отгадать именно эту начинку. Да. Что за вкус там такой интересный? Я уже жду пончики. А, я думала, что-то не так, что ли, может быть, ты такой недовольный. Сейчас под нашими вот этими штуками нету абсолютно ничего, но когда мы перейдем к первому раунду, абсолютно все здесь появится, что-нибудь да появится. Как вы думаете, какие вкусы нас сегодня ожидают? Напишите в комментариях, мне будет интересно почитать ваши предположения, типа там черник, клубник со сливками, может быть, пончики со вкусом кофе, со вкусом тухлой рыбы. Таких не бывает. Со вкусом грейпфрута, ананаса, зелени и так далее. В общем, пишите, что у вас там есть на уме, то и пишите. Ну, а мы будем переходить к первому раунду. Но пока мы не перешли, внимание, проигравший, а мы его, опять, наверное, что сразу ли? Не узнаем. Кто-нибудь получит шапалак в конце видео. Ты получишь. Переходим к первому раунду. Погнали. Все? Ничего, зачем мы слушаешь? Закрываем эти штуки. Ага. Я думаю, с закрытыми глазами. Если с закрытыми глазами. Точно. Ну что, все? Ты готов открыть? Да. Раз, два, три. Вот зачем? Зачем открывать? Это реально прикольно. Так, кусаем. А как мы будем говорить? Просто. Говори. Говори, говорю. Кому говорят, говори, говорю. Ну, какой-то кофейный. Шоколад какой-то, ну. Шоколадный, короче, делают все. Апельсин. Открываем. Шоколад с апельсином, да? Сверху шоколад, а внутри апельсин. Все, открываем. Мне тоже показалось. Апельсин. Вот, блин, козлина. И первый балл зарабатываю я. Сверху очень горький шоколад вот здесь вот. Ага. А я тоже думаю, что-то как-то апельсин. Апельсин, кажется. Но если бы я второй раз откусил, наверное. А мне, я знаешь, сколько откусил? Ну смотри, какой вкус. Одинаковый. Просто когда я первый раз откусила, я откусила только тесто. И мне начинка вообще не попалась. Окей. Короче, Маша выиграла в первом раунде, и мы переходим ко второму раунду. Че, второй раунд? Готов? Погнали. 3, 2, 1, я его нащупала. Он такой тяжелый. Блин, не знаю, как что вкус. Сверху что-то сливочное? Да, да. Я буду говорить сюда. А внутри что? А внутри малина. Банан. Блин, точно. Банан. Да, да, банан. Да, конечно, уже малина сказал. Открываем? Я проделал. Да. Банан. Я уже вижу, тут написано банан. Да все понятно. Да хватит за мной повторять, на следующем пончике ты говоришь первое свое предположение. Да не, я все четко сказал. Угу, малина, сливочная, ага, ага. Не, ну все же понимают, что это я просто прикалываюсь. Не знаю. Если бы я выиграл, это было лоу. Я заработала еще один балл. И мы переходим к третьему раунду. И у нас третий раунд. Только обсыпочка. Это можно трогать? Ой, я уже чувствую бумажку. Так, пробуем. Кокос. Короче, кокос с шоколадом. Я опять не откусила начинку. Прикинь. Я разломал. Или ее нету вообще, я не понимаю. Там есть что-то жидкое внутри? Да. Опять только сейчас зашла. Кокос с шоколадом. Ты что говоришь? Кокос, но со сливками. Я шоколад вообще не чувствовала. Совсем. Ну давай, ладно, окей. Открываем. Кокос со сливками, да. Вообще ваниль. Но, видимо, все перекрылось. Ну да, шоколад сверху. А внутри был ванильный крем. Ванильно-сливочный какой-то? Да. Я ваниль чувствовала. А шоколад, я думала, это кокос горький старый. Фига ты откусила там. Я старалась. Ну что, кому бал? Никому. Кто туда? Ваниль-то никто не отгадал. Никто. И мы переходим к следующему раунду.
Все, Тереза, закрыла глаза. Четвертый раунд нам идет. Так, пробуем. Давай ты первый пробуешь. Не молчишь, теперь я пробую. Почему все пахнет одинаково жиром? Банановый. Угу. Неужели два банана? Потому что уже был банан. Что ты гукаешь-то? Говори нормально. Банан! За мной повторяет. Сама не отгадала. Подожди. Ну, банан 100%. Да. Открываем. Банан, прикинь. Я просто не могла понять, оно что-то сверху. Что ты там долго жевала-то, я еще не пойму. Ты к концу этого видео еще 50 килограмм наберешь. Я потом сброшу. Остановись. Короче, балл зарабатывает Денис. Первый в этом ролике. Еще становится 2-1. Короче, расскажу, почему я так долго жевала. Да не маши. Сверху был вкус банана и внутри вкус банана. Я не могла понять, в чем прикол, почему везде банан. Было вкусно. У нас следующие пончики, и мы можем их попробовать. Он пахнет по-другому. Такой странный вкус. Малиновый, что ли? Малина, короче. А ты чё? Только не повторяй за мной. Ты запуталась, что ли? Тихо. Ладно, раз, два, три. Черника со сливками. Ничего себе. Вкусы какие тебе. Никто не отгадал, я ты говорю, что, клюква. Ты что, полпончика сожрал? Да, вкусный такой был. Да, я тебе вкусный, согласен. Прикиньте, это черника со сливками, я в шоке. Очень вкусная. Угу. Настолько, что Маша схомячила половину пончика. Ты держись в руках-то. Я держусь как могу. И мы переходим к следующему раунду. А то потом ты меня держать не сможешь. Давай, короче, на счет один вместе откусим. И потом я тебя вот так вот дерну и вместе скажем, давай? Давай. Раз, два, три. Готов? Вообще ничего не понял. Ну что похоже, скажи. Да, раз, два, три. Марципан. Медовик по вкусу. Все? Да. Да, прикинь. Я как будто медовик ела. Мед. Ну медом не пахнет, медовиком дешевым. В смысле, по вкусу, как медовик, знаете, такой самый-самый дешевый, который самый-самый химозный. Короче, ерунда. Марципаном вообще не пахнет. И что, ты выиграла, что ли? Да, прикинь. Почему? У тебя мед написано. А это что, медовик, что ли? Да. Это мед, вкус меда. А медовик, у медовика какой вкус? Я не засчитываю тебе балл, все. Да в смысле? И дай тряпочку, пожалуйста. Арсений, мне засчитываем балл или нет? Да. Нет, он говорит. Оборзел. И я выиграла на этом раунде безоговорочно. Окей, мы два против одного. Второму раунду. Все, можем брать. О, нащупал. Нащупал? Можем брать. Давай понюхаем. Пахнет пончиком. Удивительно. Пробуем? Ажим. А? Что за вкусы непонятные? Как будто сливки одни. Внутри что-то... Фу. Фисташка, наверное. Фисташка стопудово. Фисташка, да? Фисташка. Ты ни слова не сказал. Давай твой вариант. Фисташка. Да я не знаю, честно, что за вкус такой странный. Марципан. Невкусно. Что это такое? Фисташка. Ты попробовал соус внутри? Уверен? Ну да, вот. Видишь, что такое? Он прям как фисташка. Короче. Я заработала балл. Я не заработал. 3 балла. Ура. И мы переходим к следующему раунду. Все, берем. Че, на следующий раунд? Ой, вот оно. Так. Ой, пахнет, кстати, по-другому. Не чувствую запах пончика. Ага. Вообще не чувствуется, как будто какой-то кекс дали. Ой, и по ощущениям какой-то жесткий. Че, будем говорить? Йогурт, что ли? Кислое. Начинки нету. А сверху что-то кислое. Да, это лимон. Йогурт. Смотрим. Кислый. Уксус вообще. Творожный мусс, и где он здесь? Сверху. Сверху, видимо. Фу, вообще не зашло. Такой странный. Он такой кислый, как будто этот творожный мусс уже это перетворожился. Ну, немножко. И мы переходим к следующему раунду.
Так, все, да? Да, ой, так далеко. Давай сначала... Короче, давай в ней... Ой, такой тяжелый, ты потрогай. Просто будто полкило. Давай вместе пробовать. Ты уже ешь? Угу. Понятно. Ой, такой вообще большой. Подожди, ничего не говори. Внутри сверху шоколад горький, а внутри что-то кислое. Угу, типа клюква, да? Да? Похоже, да, но это не клюква. Шоколад горький, короче, внутри клюква, все открываем. Внутри малина. Прикинь, я отгадала. Все, короче. Нет смысла участвовать. Почему? Я ничего не понимаю. Вот эти штуки еще мягкие, прикинь, засохли. Да, свежие. Такой шоколад. Прям очень горький, да. И малины даже особо не чувствуются. Перебивают все, короче. Пришлось все выковыривать. Если белый шоколад был, да, было бы лучше. И мы переходим в следующий раунд. Новый раунд. Ой, все, давай. Подожди, давай вместе, подожди. О, тоже тяжело. 3, 2, 1, пробуем. Там есть что-то внутри? Угу. Че? Мне ничего не попало. Я уже глаза открыла. Я не понял ничего. Ну, собака что-то пищит. Блин, мы, короче, открыли глаза, и я была права, что здесь нету начинки. Да-да, я искал, видишь? Разрывался. А ты сказал, что есть. Я искал, просто не мог понять. Так я говорю, есть начинка, ты говоришь, да. Я так и знал, что это йогуртная малина, наверное. А что бумажки-то не осталось? Начинки нету, потому что. А, и что? Ну все. А вкус-то какой? Кто говорит, начинки нету, тот и выиграл. Оборзела, что ли, вообще? Это сама придумала. Нет. Да. Все, у меня балл, 4 балла уже у меня. Ладно, а окей. Переходим к следующему раунду. Так. Я уже, честно говоря, не могу пробовать, потому что мне так сладко. Тошнит уже, да? Ну ты там, видимо, ешь как не в себя. Мне просто сладко уже, очень сладко хочется попить. Есть предположение, могу сказать. Подожди. Все, можно пить. Творог? Нет. Сгущенка, мороженое или сливочный какой-то крем. Сливочно-творожный крем какой-то. Сливочно-мороженое, творожное, сгущенное. Сливочный крем. Сливочное мороженое, творожное. Ну, в общем, сгущенное. Я думаю, сливочное. Сгущенка, короче. Давайте пока. Ага, чизкейк. Ну, все верно, я отгадал. Че, один балл засчитывается. Сколько у меня баллов? Почему? Два? Ну, потому что я сказал. Сливочное, творожное, молочное. А яблоко, манго, ананас, черешня, банан. Сама ты черешня. Черешня. Я отгадал. Чизкейк. Да ладно. Отгадал. Ну, чизкейк как вообще отгадать, я не понимаю. Такая начинка очень странная. Где нежная, она вообще? Творожная. Она вообще тут. А, она есть, да, белая. Ну. Ну, я. Ладно, балл засчитывается. Я, конечно, с трудом, но угадал. Я молодец. И переходим к следующему раунду. Подошел еще один пончик. Легкий вроде. Ну, не очень тяжелый. Разрываем его пополам. И нам нужна только начинка. Клубника. Да сливочная, вообще ничего не чувствую. Клубника. Ну все, понятно. Нет, не отгадалась. Вишня. Да она не похожа. Но мне показалось, что клубника. Сливочный, слишком выраженный сливочный вкус. Очень вкусно, кстати. Но я уже стараюсь, видишь, сколько кусать. Ага. Уже я тоже, вижу, уже не до конца откусываю. И мы переходим к следующему. Не целый пончик съедаешь, половину. Да, раунду. Так, следующий раунд у нас. Ты уже ешь? Ага. Он такой жирненький прям. Он без начинки. Реально? Да, с начинкой. У меня даже предположений нет, что-то очень странное. Малина. Универсальное решение. Малиновый вкус. Да протухший какой-то вкусный. Протухшая малина, короче. Протухший пончик. Сливочный манго. Ну, понятно. Комбо пошел просто. Вокруг системы. Никто не отгадал, да? Да как можно сделать сливочное? Сливочная манго? Ужасный вкус вообще. И все, короче, мы приходим к следующему раунду. Раунду. И у нас следующий пончик на подходе. Ой-ой-ой. Так, сверху шоколадная начинка. Лимон. А внутри лимон. Лимон. 100 баллов. Я его даже не укусила, Денис, чтобы ты понимал, я вот эту штуку попробовала.
А что, зачем ты пробовала? Там лимон. Там внутри то же самое? Да, вот. Вот коп сделал. У меня целый пончик, хоть обратно сдавай. Отличная идея. Ты тоже мол заработал? Да. 5-3. Фиг его знает. Я уже надежды никаких. Ты уже к шапалаху готовишься? Сама ты шапалах. Рабалах. Что, берешь? Давай. Я беру. Следующий раунд у нас. Давай быстро пробуем. Клубника. Стопудово. Угу. Клубника. Стопудово. Отгадала. Такой вкус просто сильно выражен. Вообще так вкусно. Я бы прям поела его. Я тут подрыв сделал. И счет у нас 6-4. Угу. Всем советую клубничные пончики. Вкусные такие вот. Смотрим? Ну давай смотреть. Так, взял. Нюхаю, пахнет шоколадом, уже голова кружится. А мне как будто курицей. Как будто курицей сырой пахнет. Персик? Вкусный вкус, непонятный. Сливочный, наверное. Крем-брюле. Ты что говоришь? Ну я сказал уже сливочный. Чё? Угу. Ну да, крем-брюле. Открываем? Таких даже слов не знаю. Ваниль. Опа, семечки. Прикинь, ваниль. Каждый раз, когда ваниль, это уже вторая ваниль. Очень сложно сориентироваться, что есть вкус ванили. Согласен. Ну, сливочный ты был близок. Значит, я 0,5 баллов за что. Ладно, у тебя будет 4,5. Окей. Спасибо. Ой, уже запах не могу. Шоколадом пахнет. Вкусно. Очень невкусно. Когда переборщили с пончиками. Мята. Мята. Я первый, что повторяешь, жопа? Я еще не успела попробовать. Это мое очко. Говорю же, мята, а ты повторяешь. Я выиграл. Мне 1 балл, Маша 0,5. Почему? У нас нету кто первый. Надо было кто первый. Ну что? Ладно, по 1 баллу. Капец, он мятный. Я так же буду делать, как ты. Ужас, вообще, как будто зубную пасту в пончик положили. Может, так и сделали? Кому-то нравится мята просто. А я люблю мяту. Бакс, будешь пончик пробовать? Давай он будет топ. О, кокос. Я тоже сверху кокос почувствовала. Кокос. Ням? Угу. Как вкусно, как Рафаэлка. Да. Открываем. Сливочный кокос. Угу. А что делать? Что? 0,5 балла. В смысле? Я тоже отгадал. А что это такое? Сливочный кокос, ничего, борзели, это кокос. Ну, сливочный. Значит, по баллу нет, ничего не почему? Знаю. Почему? Не знаю, баллов мало. Баллов мало у меня. А тебе без разницы, или 0,5 сейчас прилетит, или 1. Короче, тебе 0,5, не 1. Нет. Я бы что первый сказал кокос, ты повторила. Нет. Ладно, по 0,5, короче. Все, переходим в следующий раунд. Оп, следующая партия. Ароматы вкуса вишни, лимона, малины, клубники. Пробуем. Клюква. Он еще голубой. Да, клюква. 100%. Это единственный пончик, который я ела. С клюквой. Поэтому я его знаю. А он прям чувствует слишком клюкву эту. Он очень вкусный, это самый вкусный пончик. Зачем ты их размазываешь постоянно? Да я не знаю, у меня так получается. Ты вот так их берешь? Да. Ну что, клюкву по 1 баллу получаем и переходим к следующему пончику. Ага. Пахнет орешком. Значит, это ореховый. Нифига, он прям арахисом лобает. Сгущенка вареная. Ого, точно. Угу. Ничего, что я говорила ореховый до этого. Не, я же просто пою. Ты что? Сгущенка, короче. А сверху арахис. А сверху орехи, конечно. О, отгадали. Вареная, вареная сгущенка. Блин, мне кажется, если съесть один такой пончик, то можно обожраться. Потому что вареная сгущенка плюс орехи – это жир. Вообще плотный. Ну, очень вкусно. Ой, у нас пончики подошли. Да ладно. Пробовать будем. Так, сверху шоколад. Надеюсь, это последний. Пахнет горьким шоколадом. Прям очень сильно. Нифига, какой горький. Внутри, мне кажется, ваниль. Мне кажется, шоколад просто вообще. Дичайший вкус шоколада.
А мне кажется, что ваниль. Нет, шоколад. Все, короче, переходим к следующему раунду. Ой, открывай. Блин, Зай, ты отгадал. Это шоколад, я отгадал. А у тебя что за ерунда? Не белый шоколад. Но у меня шоколад. А, внутри у меня не шоколад, если что. У меня не шоколад внутри. А ваниль, как я и сказала. Смотри, попробуй. И что, по баллу получаем? Попробуй. Не буду, я ну, верю. Ну смотри, белое. А у это тебя? Что, последний раунд был? И у вас были разные пончики. Отлично. У тебя шоколад, но у меня написано и... шоколад. Сейчас такой счет. И Маша выиграла. И она получает сектор приз. Это съесть все пончики за 10 минут. Нет, это значит, что Денис получит шоколад. Да я не получу, мы не договаривались. Нет, все. Внимание. А, господи, что за правила новые какие-то придумала? Давай уже бей. Как тебе? Не надо. Фу. Давай проверим на тебе. Ну давай. Я не проиграю. Вот я когда проиграю. Да давай просто ты хотя бы узнаешь, что такое. На Сабзира. А чуть на голове не держится, ни черта, ничего. Качан, блин, отразделайся. Да там прическа. Давай, готово. Блин, нормально вообще. Больше страшно, чем слышно. Да, да, да. Ну что, ребята, такой вот у нас вкусный, веселый челлендж был. Спасибо. Жирный, круглый и вкусный. Спасибо всем, кто нам его организовал. Спасибо мне. Шучу. Спасибо Маше. За то, что я придумала такой шикарный челлендж. Было очень сладко, вкусно. Пончиков, мне кажется, наелась на ближайший год. Вообще, не говорю, уже смотреть не могу. Страшно на них смотреть. Убирайте пишите пончика. Пишите в комментариях, любите вы пончики или нет. Я пончики не люблю, но ем только вот от этой фирмы. Вот. Не реклама, что а вы фирма... не знаете. Фирма самая лучшая компания по пончикам. Увидимся с вами совсем скоро. Спасибо за просмотр и до скорой встречи всем. Пока. И посмотрите вот эти видео.